Десятки исторических парусников и современные военные суда прошли вверх по Сене и пришвартовались в порту Руана в Нормандии. Здесь проходит традиционный фестиваль «Руанская армада», который отмечает 30-летнюю годовщину. На праздник прибыли 50 кораблей из разных стран, в том числе из таких далеких, как Бразилия и Канада. Россия представила 4 судна, 3 учебных парусника «Крузенштерн», «Мир» и «Седов», а также копию исторического корабля Петра I «Штандарт». Фестиваль продлится 11 дней. Каждый день будут проходить парады, концерты, мастер-классы и выставки. Все мероприятия можно посещать бесплатно. Также можно свободно подниматься на борт любого корабля. Каждый праздник собирает в Руане миллионы гостей. Организаторы ожидают, что в этом году его посетят не менее 700 тысяч человек. Фестиваль проходит раз в 5 лет. В этом году по традиции последний день праздника завершится грандиозным парадом моряков и торжественным отплытием судов.